Только солнце, только небо и река. Пап, давай быстрей! Толик! Посмотрите, каких мы огоньков поймали! Килограммов на 5 потянем! Наконец-то! Надеюсь, все нагуляли аппетит. Толик, давай почитаем вместе! Сейчас, сейчас! Мам, смотри! Красота-то какая! А я такой хватаю удочку, а она как дернется в этот момент! А папа мне кричит: подсекай! В общем, без ужина мы не останемся! А я такой тяну изо всех сил! Она такая тяжелая, ты не представляешь! Ну я как давай тянуть еще сильнее! Тоже мне отдых! Лучше бы в аквапарк поехали. Ну, знаешь ли, в твоем аквапарке таким воздухом не подышишь, по теплому песочку не походишь, пикник не затеешь. Ой, вы что, из сказки? Вы волшебница? К вашим услугам. А ты почему сидишь здесь одна, да еще и в таком настроении? Папа с Толиком рыбачат, мама готовит, а я волшебные заклинания учу. Буду сама чудо делать. А ты знаешь, что химики тоже волшебники? Как это? А вот так. Сейчас покажу. По щучьему велению, по моему хотению. Ой! Ой, где это мы? Мы в лесу. Его, кстати, химики сажали. А-а-а, папа мне об этом рассказывал и даже обещал взять с собой в следующий раз. Химики – настоящие эко-волшебники. Ежегодно они высаживают тысячи саженцев, заботятся о легких города и дарят птицам и животным свой дом. Посмотри. Красотища! Да, но то ли еще будет. По щучьему велению, по моему хотению. Матушка Волга щедрая на дары. Ни один рыбак не остается без богатого улова. Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так и вовсе рыбы не останется. Не переживай, и здесь чуду найдется место. Как? И тут химики волшебством занимаются. Сотрудники Тольятти Азота заботятся о том, чтобы рыбы в Волге было достаточно. Более 15 лет они выпускают в реку сотни тысяч мальков. Сотни тысяч! Ничего себе! А что нужно, чтобы мальки выросли потом во взрослых рыб? О, ты оглядись вокруг. Как думаешь, что нужно малькам? Вкусная еда. Фу, бе. Отчасти да. Но главное – это чистая вода. Тольятти Азот – крупное предприятие, которому для работы нужно много воды. Чтобы сохранить Волгу чистой, завод очищает все стоки, попадающие в реку. Их пропускают через фильтр? Ну, почти. Это сложный процесс. Сначала избавляются от крупных загрязнений. Затем микроорганизмы поедают мелкие загрязнения. И в конце воду обеззараживают ультрафиолетом. Предприятие, где работает наш папа, очищает не только сточные воды завода, но и несколько микрорайонов Тольятти. Здорово, здорово! Очищаем воду, сажаем деревья, выпускаем молоть в Волгу. Папочка, ты мой волшебник! Ну где вы там? Пора ужинать. Это еще не все чудеса. Давайте продолжим в следующий раз. Эх, как всегда, на самом интересном месте.